тыкву с яблочками буду кушать, приготовлю в духовочке. Немножко медика добавим, чтобы послаже было. Я же люблю сладенькое. Одни яблоки, тыква, немножко меда. Я люблю еще с хлопушками, тоже вкуснятина. При этом всем аппетита, хорошего настроения, доброго дня, позитивчик. Продолжать праздновать 23 февраля, сегодня 24. Не забывайте в понедельник на работу. Еще 3 дня отдыхать. У нас сегодня еще холодно, а завтра уже будет потепление. Класс. Деревенская еда. У меня бабулька раньше так запекала, но у меня дольками тыкву так, в духовочке, русская печка, о, была обалденная вкусняшка, вот с детства люблю. А братик мой вообще не любит тыкву, терпеть не может, я обожаю в любом, и вареную, и такую, и сякую, вот так вот всё.